Около тысячи ледяных человечков сидят на ступеньках школы права Чилийского университета. Они привлекают внимание прохожих, тают, напоминая о скоротечности бытия. Именно такую цель – заставить людей задуматься о смысле жизни – преследовала автор скульптур бразильская художница Нелли Азеведо. Она считает, что в современной западной культуре этого очень не хватает. Первая подобная выставка Нелли состоялась в 2001 году. Тогда фигурки были изготовлены из хрупких металлов. Человечков из льда художница уже показывала в Сан-Паулу, Берлине и Флоренции. Говорит, зрители очень по-разному интерпретируют эту экспозицию, часто шире авторского замысла. Когда выставка открылась, оказалось, что понимают ее по-разному. Каждый может интерпретировать ее как хочет. Некоторые связали медленно тающие фигурки с таянием полярных льдов, вызванным изменением климата. В связи с этим университет Чили и пригласил скульптора принять участие в конференции, посвященной охране окружающей среды. Выставка привлекает внимание к проблеме, которая затрагивает нас все больше, особенно в такой стране, как Чили, где различия между побережьем и горами и экономическое неравенство между людьми делают нас особенно чувствительными к изменению климата. Над созданием своей ледяной экспозиции скульптор вместе с помощниками работала несколько дней. Изготовленные партии фигурок хранили в холодильниках, а в среду разместили на ступеньках университета. За час от скульптур не останется и следа.